Новогодние праздники позади, но есть те, кто не готов расставаться с радостной атмосферой. И как выяснилось, таких в Десногорске немало. Концертный зал центра «Нейтрино» был полон ценителей творчества и просто желающих отдохнуть с пользой. Концерт вместе с песней «В Новый год» порадовал яркой и запоминающейся программой. Лирические мелодии, шуточные номера, выступления детей и взрослых. Жанровая палитра коллективов удивляет разнообразием. А как иначе? Участники – многократные лауреаты творческих конкурсов и фестивалей. Театр песни «Шанс», ансамбль танцев народов мира «Радуга», хореографический ансамбль «Веселинка» привели зрителей в восторг и словно вернули в новогоднее настроение. Время выступления пролетело незаметно, и вот пора прощаться. Под занавес концерта зрители с неохотой отпускали музыкантов. Артисты вышли на поклон, где их искупала в овациях благодарная публика. Музыканты, в свою очередь, не остались в долгу. Прежде всего, надо пожелать приходить на концерты с легкой душой. Чтобы получать, пришли, получайте кайф. Вы зашли, дверь захлопнули за собой этого заведения, и все плохое осталось там. Мы вас еще больше добрым накачаем, и когда вы выйдете, плохое к вам уже не прицепится. Главное не стесняться, помогать тем, кто выступает на сцене, поддерживать, и тогда отдача будет еще больше от тех, кто выступает. Было очень много поддержки, спасибо большое всем. Вообще мы сами ловим кайф от этой деятельности, от пения, и хотим, чтобы этот кайф передавался всем остальным. Коллективы расстались со зрителями на мажорной ноте и пообещали и далее радовать десногорцев ярким зрелищем. Алекс Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.